Всем привет, дорогие друзья. Боже, какой позор, какой стыд. Нет мне прощения. Это надо же так лохануться, так забыть вообще. В общем, ситуация health, ситуация сос. Сегодня у нашей Лёлечки, Лёлечки, которая Оленька, которая мама Андрюшеньки маленькой, которая жена Петеньки. Андрюша маленький — это крестный папа у него Кантемир. Кто не знает, это для тех объясняю. Сегодня у нее день рождения. Лёля, прости, засранца. Бегу, бегу, сейчас все сделаю, что смогу, всех на уши поднял. Кого смог, поднял? Всех на другом конце света, по всей Москве. В общем, бегу, бегу к тебе, сейчас мы с тобой все сделаем, все организуем и тебя поздравим, а? Хорошо, есть социальные сети, которые... которые напомнили нам о том, что у тебя день рождения. Все, Лёлечка, бегу, бегу. Сейчас, 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 моя хорошая. Сейчас все будет. Самый красивый. Срочно, срочно, самый красивый букетик. Ой, как холодно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как холодно у вас. Букетик для Лёли. Вы знаете Лёлю? Нет, не знаю. Ой, вы не представляете, какая девушка. Нужно срочно красивый букет. Можно выбрать любой букет. У нас сейчас идет акция, чай в подарок, есть букетик. Еще и чай? Да. Зачем мне чай? Кровяной хороший. А вы помните, я вас снимал в прошлый раз? Да-да-да. Для мамы букетик. Теперь для Лёли. Мне на самом деле что-то нужно такое прям вот красивое, маленькое, скромное. Уже плохие, что ли, не пойму? Нет, да, никто не такой. Задай мой. Вот это, да, давайте? Посвежее, да, хотите да. сказать? Смотрите, для Лёли. Для нашей Лёленьки. Привет, это понятно. Чё это ты с Виталием? Ты же не знаешь, что праздник в доме? А, Оля, день рождения. Поздравляй быстро. Быстренько, Оленька, с днем рождения, здоровья, здоровья, и остальное все поживется. Спасибо, молодец. Следующий. Лёлечка, бегу, 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 Лёля. Бегу, бегу, такой цветочек урвал для тебя. А где именинница? О, какая с днем рождения! Максик, ты первый и последний. И последний, наверное, который ты сделал. Вообще, я сам первый подарочек хотел. Да, вот если ты не подарил. Ну, я хотел. Спасибо. Слушайте, хочешь горохом? Горох чего? Заговариваться стал. Оля, Фамиран, это потом не выбрасывается. Это все пойдет на экскурсию за этим. Какой хороший букетик. Конечно, супчик наливай. С днем рождения, Лёля. С днем рождения. Счастья, здоровья, пламенных и богатства. Здоровья? Здоровья. Большущей. Которая есть. Фарту, масти. А вы такие нарядные спортсмены. Успехов во всем, во всех своих начинаниях. Чтобы все мечты сбывались. Да. Угу. И чтобы она не чтобы... грустила, а то она сегодня в инстаграме выложила, такая грустненькая, чтобы бедненькая. Мужчина ее уважал и радовал. Мужчины? Мужчина ее, я сказала. Конечно, Лёлечка. Чтобы она не грустила, да. С днем рождения, Лёля! Андрюшка, привет. Скажи, пожалуйста, что за сегодня у нас день какой праздничный? День рождения моей мамы. О, да ты что, ты хочешь ее поздравить? Так скорее же давай говори. Повернись сюда. Мама, с днем рождения. Желаю тебе всего хорошего. Я тебе желаю здоровья и очень сильно люблю. И в конце. С днем рождения, мама! Громко. С днем рождения, мам! Молодец, Андрюха. Молодец. Кто там следующий? Ой, здравствуйте, Петр. Здравствуйте. Я временно исполняю обязанности главного. А по случаю этому хочу поздравить свою супругу, ненаглядную, красивую, замечательную, умную, много-много-много всего-всего-всего всяких положительных качеств. С днем рождения, моя хорошая.
Счастья тебе. И? Хочется спеть песенку. Давай! Посмотри, как хорош муж, с которым ты живешь. Спасибо. Следующий. Лёля, с днем рождения! Пригласите там следующего. Хорошо. Следующий, заходи. Лёля, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Желаю всего самого лучшего, чтобы твой сын тебя радовал. Ну и муж заодно. Да. Не стесняйся, Леночка, не стесняйся. Просто с днем рождения. С днем рождения. Поздравляю. Молодец. Дорогая Лёля, хочу от всего сердца поздравить тебя с днем рождения, пожелать тебе счастья, здоровья, семейного благополучия, здоровья твоим близким. Оставайся всегда такой же позитивной и веселой. Люблю. Олечка, с днем рождения. Будь счастлива. Великолепного тебе праздника. Ура. Лёлечка, даже Кай тебя поздравляет с днем рождения. Да? Голос, 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 голос. Голос. А вот и Герда пришла. Ой, меня сейчас, конечно, допоздравляются. И даже это бежит. Юпи, в общем, Лёля, тебя все поздравляют с днем рождения. Эти собаки тоже. Лёля, с днем рождения. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Для девушки надо мягче. С днем рождения, Лёля! С днем рождения тебя! Ты знаешь, я не умею тихо петь. Лёлечка моя хорошая, с днем рождения тебя! Счастья тебе, любви! Сияй, будь такой же красивой и обаятельной. Твой Юрий Кононов. Целую. Сегодня поистине потрясающий день, потому что на свет родилась моя любимая, красивая, замечательная Оленька. Ну, конечно же, я хочу пожелать тебе оставаться такой же прекрасной, теплой и также любить меня, и чтобы наша дружба никогда не заканчивалась. Чтобы у нас всегда оставалась эта эмоциональная связь, мы друг друга радовали, поддерживали, нам было всегда весело и интересно вместе. Очень тебя люблю. Знаешь, на самом деле, наверное, хочется сказать спасибо случайностям, что они нас свели, соединили, и мы до сих пор вместе общаемся. Это действительно волшебно. Я очень тебя сильно люблю. Оленька, солнышко. Какой же у нас с тобой хороший друг Максим. 3:00 ночи. За окном, вот видишь, за окном там шумит Карибское море. Вот причал пиратский какой-то. Ни одного корабля, так и не пойму, почему на этом причале нет ни одного судна. И Максим меня заставил проснуться и записывать тебе поздравления. А я не могу представить, каким хорошим должен быть человек... Вернее, могу прекрасно представить, каким хорошим должен быть человек, ради того, чтобы поздравить которого, я бы заставил себя встать из постели и говорить. Этот человек должен быть похож на тебя. А что значит похож на тебя? Похож на тебя – это очень добрый, веселый, щедрый, благородный и надежный человек, ради которого ты можешь не только проснуться ночью, и записать поздравления, но ради которого ты готов в любой момент на подвиг. Так вот, Оленька, ты относишься к той категории людей, и не просто людей, а к той категории женщин, ради которых мужчины хотят совершать подвиги. Подвиг, конечно, не великий, который я сейчас совершил, но я готов, я согласен, и не то, что согласен, я чувствую возможность... ради тебя на совершении более серьезных поступков. Ты меня мотивируешь. И не только меня. Ты мотивируешь всех людей, которые рядом с тобой находятся. И твое присутствие в любой компании, оно всегда очень-очень ощущается. Потому что без тебя становится грустно и одиноко. А с тобой весело и тепло. Спасибо тебе большое. С днем рождения, дорогая. Не могу понять, вот я как смотрю в камеру правильно-неправильно, буду ли я выглядеть как косоглазый. Ну, если что, значит, Максим, ты там как-нибудь вот подправь, чтобы я не очень был косоглазый. И вот второй подбородок, пожалуйста, Максим, тоже вот так вот смонтируй или замажь. Что худой молодой человек поздравляет Оленьку.
Спасибо еще раз вам. Всем большое. Максим, и тебе спасибо. Всех, кто смотрит, целую, обнимаю. В общем, Лелечка, дорогая моя, извиняюсь за такое поздравление. В общем, кого смог, всех поднял на уши, всех тебя поздравили. Все это экспромтом. Поэтому я тоже присоединяюсь ко всем поздравлениям. Я желаю тебе самое главное быть счастливой, быть здоровой. И не только тебе, и всем твоим родным, близким. Вот. Никогда не грусти, а то сегодня в Инстаграме ты слегка взгрустнулась. Удачи тебе по жизни, чтобы ребеночек рос счастливым. Мы тебя все очень любим. Вот. И желаем тебе всего самого хорошего. Целуем тебя. С днем рождения. Дорогие друзья, спасибо вам огромное. Так неожиданно, так приятно. Столько теплых слов. Я вас обожаю. Спасибо, что вы у меня есть. Вы просто самое дорогое, что у меня есть в этой жизни, мои друзья. Хочу сказать большое спасибо своей любимой мамочке. Мама, спасибо, что ты у меня есть. Спасибо, что ты меня родила и воспитала такой, какая я есть.